Компания GGTROP устроила свой шоу-матч, куда позвала 5 блогеров по CSGO, ну а также состав Compit. 10 человек были распределены рандомным образом и получились 2 состава. Это Горячая Молли и Краб Гейм. Я не знаю, кто придумал название, это не мы. Состав первый — это Нафани, Интерс, Бритва Плей, Хоббит и Эвилон. Состав второй — Шира, Донбасс, Лэнстоп, Аксель и Шок. Да, последний — это я. Мы сыграли BO3, Dust 2, Мираж и Инферно. Что из этого получилось и до какой карты мы дошли, вы увидите в этом ролике. Ну а сейчас самое главное. Я не верил в это, но меня в этой катке называли клатчером. Серьезно, клатчи выиграл я достаточно. Поэтому вам будет это интересно смотреть. В этой катке я попадал. Ну а также обращение мистеру Киевстонеру. Я Шок. Парни, кто вам понравился на первой карте? Интерс. Не, мне Шокс понравился. Шок. И, кстати, это моя первая катка 5 на 5 в этом году, потому что я был все это время в Дубае, откуда записал ролик с компьютерным клубом. Если кто-то хочет это посмотреть, он уже на канале и в подсказке вот тут. Так, вот тут. Да, вот. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, если вы тут впервые, либо это забыли сделать. Поставьте лайк, если вам понравится ролик. Ну а также в комментариях вы можете написать, кто из этих составов заберет сегодня победу. Напишите это сейчас, пока нет спойлеров, пока вы сами себя не будете обманывать. Ну что ж, полетели. Пока мы смотрим за выходом Краб Гейм на длину. Длину, да. Под флешку на яму у нас там занята тачка. Ну и на фане, который уже несется в мидл. Дай, чел. На испанский. Машина! Машина убил. О, хорош, вот это жестко. Второго, давай, туда его. Сзади, лом. Оставлю. А, Гендаль. Момент для Акселя, 1 против 4. Ой-ой-ой. Это тоже достойно. Let's go. На, девай, давай. Я его убью, обещаю, убью. Я не сдержал обещания. Это слишком жестко. Идет Аксель. Но снова бомба интерзоне не пропускает. Тимоха, кстати, сегодня хорош. Статистику мы посмотрим чуть позже, но видно, что интер заряжен. Это не повод сдаваться. Найс. Nice. Да, пошел. Вау, так красиво было. Хорош, ребят. Найс. Отлично, работаем. Я могу открыть лонг. Я могу лонг открыть. Да. Передайте поброски. Перекидываем. А, давайте. Я пошел. Я его убью. Упори. Сори, не видел его. Нормально. Эрик, дашь АЕК? Я красный. Пикает АЕК. Хорош. Хорош, Эрик. Ну это же кэп, он может выйти с прицелом сюда. Нет. Странно, что Аксель не прыгал с ножом. Стонер, ты бы прыгнул? Конечно. Да. Это шоу-матч, правильно? Не, ну, они, братан, они же просто киберспортсмены, они не думают об этом. Машина. Лоу один. На, убил его. Еще не убили. Машина, еще у КТ. КТ, скаут или ай. Воу-воу! Шира, как же ты хорош. Нафани, однако, дает четкий размен и момент один в один. Шок против Нафани. Не знаю, почему, мне кажется, Гендель. Да! Найс! Без шансов. Вот так вот, Шок тащит важнейший. 4-й раунд. Вот так. Сильно. Близко. Найс. Хорош. 10-5. Именно с таким счетом пока побеждает команда Горячая Молли. На фоне красный. Ай-яй-яй. Серега просто прячется. Прекрасно, кстати, он Вадима слышит. Бэмс! Уволен Эвилон. Здорово. Отъехал. О-о-о-о! Такой он тип, смотри. Ну что, будет ждать или все-таки надо смещаться? Время 25 секунд. Конечно, можно и пофаниться, но так можно и раунд слить. Не, на фане просто уходит шифтами, контролируя сити, оставляя по минимуму шансов господину Шоку. КТП. Ой-ой-ой! Третий клатч мистера Шока в этом матче. Ну и это, все. Это понимать, типуля разогрелся. Это Б. Б вышел, очко. Одного убили. Хорош. Дверь у тебя.
лол. Найс, лучший краб гейм. Вот так, седьмой раунд они выигрывают. И с этого момента скринте начинается камбэк. Легендарное возвращение легендарных крабов. Бэраш, да. Бэраш, ребят. Охуеть. Кидай две флешки налево. Раз. Дай, дай. Раз и два. Хорошая флешка залетела, Эрик. Но как бы я ни топил, ни болел, ни потел за крабов, все-таки они не вывезли эту борьбу на Дасте. Она стала для них последней. Поздравляем Нафаню и его подопечных с победой на первой карте. Парни, победитель. Кто вам понравился на первой карте? Интерс. Не, мне Шокс понравился. Шокс? Шок. Шок, шок. Шок. Урев, шок. Да. Он, ну ты че, против Нафани таких три клатча дал именно против него. Ты че, очень сильно... Горжусь, Шок, ты красава. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GGDrop, и господи, я нашел такую фичу интересную, доступные мне кейсы. То есть я теперь не буду видеть кейсы, которые дороже моего баланса. Какая поверхностная идея, но которой еще нигде не было, вы серьезно? Кстати, я выбил 300 рублей только что. И вообще они сделали редизайн этого сайта. Я, конечно, иду сейчас против ТЗ, но господи, какие вы они красавчики. Ну, согласитесь, сейчас, если учитывать весь этот дизайн, это реально красиво, это гораздо лучше, чем было. Так, давайте откроем кейс Шок 5 раз. Тратим 1000 рублей и получаем 1145. Ну а также я уточняю, что у меня есть промокод, который вам дает 20% к пополнению. Это ШОК20. Такие вот дела. Ссылочка на сайт и промокод есть в описании. Ну а мы идем дальше. Посмотрим, поглядим. Третья карта, если она понадобится, будет Инферно. Но для того, чтобы мы до нее дошли, нужно, чтобы Краб Гейм сейчас взяли волю в кулак или в свои клешни и, конечно же, выиграли. Выиграли карту Деймираж. Принял. У нас уже пошла раскидка. Ужас. Кидай флеш. Кинул флеш. Давайте. Уже один есть, нормально все, работаем. Скамейка вроде. Фаербокс живой. Естественно, ребята просто переезжают здесь на КамАЗе своих соперников. 1-0. Можешь убить, на лавку залезть. Я могу смог, дать, и мы пройдем. Ну давай. Блять. Вот трехочковая. Найс. В районе телевизора у нас находится Шок с Альфиком, но он уже последний, после того, как потеряли Шира. И. Ой, вот сейчас с Шоком может случиться беда в этом раунде. Ну, в смысле, не. В смысле, с горячей моли сейчас может случиться беда. Это же Шок в клатче остался. Посмотри только. А нахуй. Ой-ой-ой. Йо, минус 2 по шорту! Но возвращается обратно! Ааа, чё? Да ёбарзота! Как это было близко, ай-яй-яй! Мы справимся. Может быть, тоже в ответку 5 АВП? Давайте, я согласен. Хорошая идея. Эх, я не убил. Но, кстати... Если он тебя сейчас увидит, ну, это Габелла, ну вот... Но... Хорош, Аксель! Это, кстати, был ноузум. Бритва на шорте. На него спрыгивает Шира. Отличное попадание. 5 авиков в атаке работают. Что вы теперь скажете, хейтеры? Крабы берут 5-й раунд. 5 АВП этот. 10-5 счет первой половины. Ну и, наверное, ничего удивительного для наших аналитиков в этом нет. Я все еще рассчитываю на третью карту и победу Краб Гейм. Ладер, может быть. Хороший шорт, уже вся Шок. Найс. Красавчики, просто лучшие. Дамбас, Шок и Аксель. Причем тут две фармилки и дробаш. Боже, Дамбас принимает тупо типов. Ай, Дамбаза. А, нет, чертов Пигл его подводит. 10-7. Да-да-да. Хорошо. Еще один. Найс. Да, кон. Кон на кно. Под тобой, под тобой. Уходи, наверное. Найс трайм. Ну, давайте посмотрим, чем все это закончится. Но, скорее всего, действительно, это 2-0, и до Инферно, ну, вряд ли смогут дотащить крабы. Хотя, ты знаешь, я всегда верю, там, знаешь, в камбэки, там, 0-15 не проблема, но в данном случае, ну, наверное, это будет непросто. За белым, за белым. Хорош. Джангл учел. Бомба. Вас тут же был. С ковраем, Дамазон не перестреливает. 14-11. О, все-таки еще не все так плохо. Еще я. Че?
Смокдал. Мидл убил. Яма, да? Любит ковры ходить. А? Да, хорошо. Изи, изи. Изи, рел ток. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вышли. О. У меня двое. На. Убил. Лас сам же в апарте. Найс, хорошо. Найс, давайте, 14. Найс, 14-14, и это возвращение. Краб Гейм очень хотят отыгрывать третью карту. Щедрости, а пока Донбасс принимает яму, перестреливает второго, минус на Фане, минус Хоббит. Я уверен, там еще и третьего. А это же чуть ли не вчетвером за этим ящиком, все, выход коннектора. Найс, вся команда просто. Шира, однако, на стерсе. Просто взять сейчас, уйти на Инферно. Воу, без шансов, 16-14, Краб Гейм сравнивают счет по картам, и нас ожидает Decider под названием The Inferno. О, поздравляю. Пацаны булочки расслабили, это классика. Вот это 14-15 раунд, это всегда переломный момент, всегда. Если ты булочку чуть-чуть расслабишь, то залетит. Да. Поэтому надо быть аккуратным. Да-да-да. Спитас. Апгейм в атаке решают пушить центр. Здесь у нас Вилон вместе с Интерзом. Два против одного, размен. Пошел. Сзади уже идут. Хорош. Ну это твоя. Поле. Хороший. Найс. Лучший просто царь. Во дворцах ворвался. Это Эрик Шоков, друзья. Прямо сейчас на ваших экранах он делает историю. Историю крабов. Крабовую историю. Я хорошо. Чего я первый раз флешка тоже. Пойдем. Раундов ребята будут вспоминать эту ситуацию, как мы его не задушили. Ну, опять же, там все на опыте. Идут Реза. Режут Эвалона. Лоу. Есть, очень серьезно, дали энтри, сыграли 3 банан, перетянулись, уже играют 3-2, находясь в большинстве. Подкрыть справа у тебя. Эрик, давай. Хорош. Ну, шок, конечно, хорош. Это открытие сегодняшнего шоу-матча. Да, не очень смотрится на запись уже. Все в тильте. Флэш. Я ведь не подобрал, я выкинул все. Го. Тихо. Тихо. Свалил просто одного, второго. Ну, смотрим, Интерс. Ноускопчик хороший, пытается снять плент. Так он два тащит. Понимаешь? Ну, Ави вроде непрофильный для него девайс. Он пытается все-таки поймать эту шару. Грабы. Убил грабы. Грабы. Оу. Они колено еще есть. Ты сколько минус дал? НТ Аксель, но Юсп Интерза оказался сильней. Хорош. Сорян. Шира забирает его 10-5. Кош сделал. Яма. ТНХП 7. А чё? 7 хп. Хорош. Фух. Хорошая попытка, Вадим. Почти победил. Чуть-чуть не повезло. Эх, какая досада, блин. Но он сильный. Но он, я говорю, его нельзя выиграть в клатчах. Он непобедим. Один банан, да. А второй бомбу ставил, по идее. Церковь стоит справа. Нифига ты пух убил. Он зацепил. Нормально. Блять. Дефуз. Валяются. Выход, это была разводка, не успевает. 13-7. Горячая Молли делает историю. А, то есть у них нету? Что за трюк, я завтыкал? Ну, он убегал на банан, накинул молик и не побежал дальше, а просто встал за уголочком. Хорош. Дарк. Они смог так? Они смог?
красный, пиздец. Просто не стреляй, не стреляй, не стреляй в него. Проходи в наглую вообще на ножах. Третья карта, как и это Best of 3, заканчивается победой команды Горячая Молли. И вы все-таки, господа, оказались правы. Вы ставили на эту команду с самого начала, а я нет. А закончилась карточка. Я хотел бы немножечко сказать, и мне очень грустно и обидно, что мы опять проиграли. Я очень давно я не выигрывал. Я совсем потерял это чувство победы. Мне кажется, мне нужно сыграть какой-то турнир на сильверах, чтобы вообще понять, что... такое победа и какие эмоции можно испытывать. Но ничего, я уверен, что это не все просто так. Значит, я недостаточно хороший, недостаточно я еще достоин побеждать. Это случится когда-нибудь, если я буду продолжать стараться и делать что-то для этого. Победы нас ожидают, сейчас просто черная полоса. Реально черная полоса, ничего не забираем. Сколько было роликов, все просто не так, все просто мимо. Это уже честно раздражает, такое чувство, что я полнейший какой-то лох в КС. Но на это есть причины, это абсолютная правда. Спасибо тебе за то, что ты досмотрел этот ролик. Если ты не следишь за мной в социальных сетях, то я веду только две. Это Telegram и Instagram, есть ссылочки в описании. Ну а также предлагаю тебе посмотреть ролик из Дубая, где час игры в PlayStation стоит 700 рублей. Всем желаю спокойной ночи, хорошего дня, либо хорошего вечера. Самое главное, приятного аппетита. Всем пока, друзья. Спасибо, что были со мной.